В домашнем матче хоккейный клуб «Орлан» одержал победу над атырауским «Бейбарысом». Счет в матче открылся на второй минуте. Шайбу забросил Данила Пинидий из кокшетауской команды. Отметим, что в этом году этот игрок перешел в «Орлан» из клуба «Бейбарыс». Хозяева поля доминировали практически весь первый период. Тем не менее, счет остался прежним. На пятой минуте второго периода орлановец Владислав Никулин сумел найти брешь в воротах соперника, забив вторую шайбу в игре. Несмотря на ряд острых атак, второй период также завершился со счетом 1-0. В заключительном третьем периоде гости пытались отыграться. На 10-й минуте они смогли сократить счет до 1-2. Взятием ворот отличился Алексей Клочков, но орлановцы не собирались упускать победу. До конца игры Степан Санников и Максим Карпов забили еще две шайбы. Итоговый результат 4-1 в пользу клуба «Орлан». Команда из Кокшетау провела 6 игр в чемпионате страны, при этом одержав 5 побед. Сейчас «Орлан» лидирует в турнирной таблице с 11 очками. Следующий матч кокшетауские хоккеисты проведут на выезде против павлодарского «Иртыша».